100 фильмов, которые вы обязаны посмотреть. Да. Я бы даже сказал, что это не киноведение, а скорее кинопросмотры. То есть уроки, наверное, Михалков предполагает, будут проходить так. Это будут просто просмотры конкретных фильмов, фильм за фильмом. И обсуждение. Обсуждение тоже было? Да, да, планировалось, что это не просто посмотрели фильм все, а потом еще и обсудили. Ну, то есть дети должны что-то вынести из этого. А насколько мне удалось, нырнув в просторы интернета, узнать, списка как такового нет. Вот такого, который бы озвучил Михалков. А есть идея на уровне в связи с падением общего культурного уровня всех и вся ввести вот такое, такой новый предмет. Опять же, есть уже другие мнения о том, что за счет чего такой предмет вводить. И, скорее всего, это утопическая идея, потому что дети и так загружены, перегружены, и третий урок физкультуры мы имеем с недавних пор. Поэтому, наверное... Главное, чтобы не трогали уроки труда. Да, очень важные. И, наверное, что касается введения такого предмета в школьную программу, это дело или далекого будущего, или вообще невозможного, на мой личный взгляд, но... Или недалекого прошлого. Недалекого прошлого, да.